Привет, ребятки! Мы сейчас на мойке в машине. Папа здесь нет, он заправляет нас. Я с ним пойду оплачивать проезд. И мы поедем дальше, где еще ее зовут. Там это собака, у нас кот, а у них собака. Как зовут собаку? Ники. А еще там кто есть? Я еще ее, Масок. Ну ладно, увидите, пока. А Машенька это кто? Машенька это такая малюсенькая девочка, она еще не умеет говорить, ходить. Она только вот так ползает. Она уже научилась ходить, ты же помнишь, она в последний раз приезжала, она уже ходила тихонечко. Но говорить еще не умеет, да, твоя сестренка. Мама, сестренка. Мама-то с тобой не едет? Едет. Ты едешь с бабушкой только? Нет, мама сейчас выйдет в магазинчике. А ты едешь с бабушкой и с папой. Ранее утро, маленькие детки уже занимаются. У нас вечерний променад. Я 2 километра поехал. Прячься, Машенька едет. Давай к папе сюда. Давай сюда езжай и сейчас расскажешь. Сколько, что да как. Только ты еще не знаешь, что ты 2 километра проехал. Может там меньше, а может больше. Сейчас мама тебе покажет, сколько ты проехал. Расскажи ты, где мы, что мы. У нас сегодня тренировочная прогулка. И заодно заход в магазин. Планируем пересаживаться с беговела на велосипед. Вокруг района круг составляет 2 километра. Тёма попытался его проехать. Это второй раз, когда он это сделал. Тём, стой! Он ждёт за это какие-то призовые. Наивно. Давайте посмотрим, сколько мы проехали. 2. Да нет, Тёмка, побольше. 2 километра 469 метров. 2,5 километра ты проехал практически. За 40 минут. У меня ощущение, что мы гуляем часа полтора, на самом деле. Уже стемнело. Ой, где вы? Представь, вот это 1/5 часть того, что нужно проходить здесь. I'm standing. Yeah. I'm still standing. Yeah. I'm still standing. Yeah. Да? Или нет? Папа у нас сегодня до самой-самой ночи на тренировке. Наверное, ничего не слышно из-за ветра. А мы пошли, я приехала с работы, и мы пошли гулять. Потому что сегодня просто потрясающая погода, в кое-веки солнце в Петербурге. Ну, хочу потом сразу день, но немножко лунная здесь. Скоро будет ночь. Папа он сегодня на футболе. Ага. Он очень поздно приедет. Ребенок уже такой взрослый, что... Сам меня привел на классную, как он сказал, детскую площадку. Тём, не торопись, пожалуйста. Тём, стой, Тём. Не торопись. Когда я здесь была последний раз, 2 месяца назад, здесь был газон. Теперь здесь площадка, и он откуда-то об этом знает.
видите, там вот такая бомба. Как молния? Да, молния. Если откроется, засунет пальчик, то очень. Ты даже не сможешь встать, тебя прям заморозит, как лед. Серьезно? Серьезно. Все, это электричество, ты говоришь? Да, электричество. Вон там. Что там? Это нельзя делать. Мы идем домой. Мы уже в площадке. Вы слышите? Ну, видите, уже почти ночь, но это называется темня. Темня – это когда все темнеет везде. Мы поэтому идем домой. Темня – это когда все темнеет. Новые слова у нас просто как из рога изобилия. Да, мы идем домой, сейчас купаемся, ужинаем и чистим зубы спать. Всем пока. До встречи, завтра увидимся. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as